Так будет лучше. Или спать уже надо начинать, как ты считаешь? Начинаю. Вик, тебе во сколько зато ехать? Я очень рано встану. В смысле, во сколько? В 10. Правда? Да. Серьезно? Да. Красивая буду. Пойди, пожалуйста, приготовь тогда себе вещи и сразу это... Я беру уж одену, и чтобы меня не беспокоило больше. Скажите ей так. Ребят, скажите, почему я отравилась за 2 недели уже 2-й раз? Мне так плохо, я умираю. Что делать? Вик, что делать? Снять трусы и бегать. Она говорит, снять трусы и бегать. Я не знаю, что делать. Здравствуйте. Вот, я красивый? Нет, ты не красивый. Фактик, блядь. Жопа большая. Кого жопа большая? Блядь, у меня, спасибо за комплимент. Слушай, если мне будет говорить, что у меня жопа большая, я буду рада, да? Очень рано, это 10. А, ну да. Вика, лучше, чем ты? Ну, в чем-то, конечно, да. Всякую дрянь. Я ела устрицы и... Блин, вы знаете, что отравление устрицы можно вообще сдохнуть? Омск, привет. Привет, где Лёша? Отдыхает, болеет парень. Триандафилиди лучше. Привет, Илюха. Ну, я смотрю, Илюх, ты там... привет. Ты что, на машине поехал? Ой, кто-то меня обещал взять с собой. Что там ваза кадра спрашивает, чего мы не спим? Нервничаем перед тяжелыми завтрашним днем. Да, нет, у меня завтра губы. У меня завтра съемка. Я завтра буду актриса. Да, у меня вроде губа прошла. У меня очень крутой блеск. Смотри, у меня губы розовые, класс, да? Крутой блеск. Ребят, вы, если со мной дружите, меня любите. Я просто человек, который очень все быстро хочет, но потом понимает, что у меня ничего нет. Купальники нужны, шлепки, даже шлепок в доме нет. Я пришла, короче, с Лехой в зал, выхожу в купальнике и в кедах. Он смотрит на меня, говорит, ты чего? Я говорю, хамам идем. Он просто как ребенок снял с меня, пошел, спрятал эти кеды, говорит, да, мои шлепки. Я говорю, да, пиздец. Нет, я на дом 2 не возвращаюсь. Да. Ну да, а я возвращаюсь. Присмотрись, тебе Илья подходит. Да, какой именно? Димчан, привет. В каких магазинах одеваетесь? На самом деле, похер в каких. Мы тоже. Блеск называется. Если просто мы скажем, что мы тебя любим, мы спалим. Мы просто спалимся, что мы тебе всю инфу подкидываем. Всю инфу сливаем. Вообще без понятия, каким препаратом увеличивать губы. Вазелином. Да. Как раньше в руки, помнишь, мужики вкалывали, такие руки здоровые были. Там дадишь, да это все. Да, я знаю, что все ждут с моих эфиров с нетерпением. Вы так мне эти дни много писали. Простите, что не выходила. А почему не выходила? Ну, во-первых, выходные были очень такими активными. Поэтому не выходила. Потом почему? Активистка ты моя, вот это ты активничал. Слушай, ну мы все равно активные были. Дали мы тебе активную. Ну как? Сама активистка, комсомолка. Ну по сравнению с вами понятно, у меня возраст уже не позволяет столько активничать, как вам, мои милые. Привет, привет. Ну как бы, понимаешь, это называется уже возраст, взрослая. Угу. Не могу гулять до последнего. Угу. Привет, привет. Спать надо, да? Я знаю, многие спят уже, я смотрю. Что не спите? Мы не спим, потому что не спим. Ну, как бы, понятно, да? Что не спите? Борис уже спит. Да, я думала, что я белая-белая, что-то мне кажется, я ни хрена не белая-белая. На фотке ты белая-белая. Пошла к очку. Волосы же белее, но чем те были. Чем... Ну, не белее, чем лицо было. Чем на той фотке. Ой, сколько вопросиков. Привет, Германа. С утра, молодец, выглядите, что где же. Хорошо, блин, не хотите на Дом 2 в роли экспертов? Ну, нас когда приглашают, ходим же. Почему вместе? Ну, просто... Я вернусь на проект только со своим парнем. Пока Беларусь, Беларусь, я решила, что Беларусь должна всегда быть рядом. Возле моего сердца, видите? Хочешь похудеть, сходи в Магадан. Слушайте, вы Вика с Давидом, я вас обожаю, спасибо. Очень много вопросов, которые я не могу вам дать ответ.
потому что жизнь — боль. Вика зато будет мне выщипывать брови, потому что они заросли, как у индюка. Вообще, пожалуйста, если вы меня любите, потому что у меня уже глаз болит, купальники и что-нибудь летнее, вот где можно. Я просто немного так людей пишу, я просто не могу видеть. Можете свои дать на две недельки. На две недели дать погонять шлепки. Трусы, лифчик так от купальника. Ты смотришь «Замуж за Бузову»? Ну да, я тоже. У нас вообще телевизор хоть раз включался? Я пробовала включить телевизор, в итоге я просто не разобралась в кнопках. И поняла. Мы живем в очке. Я бы так назвала это после сегодняшней поездки. Я бы назвала это очко. Просто, ну, когда на моей карте финансы просто уменьшаются каждый день на 2-3 тысячи, очень неприятно. В очке живем. Цвет татуажа называется херовый, вот честно. А цвет татуажа черный. У тебя цвет татуажа? Губ? Нет, на губах у меня нет. А какой? На бровях? Ну, вообще, честно сказать... Сколько я вешу сейчас? Вик, сколько я вешу? 36 килограмм. Честно, такая худая, что вообще обалдела сама. Давайте я... И поэтому пытаюсь... Али? Алло? Илья, мы видели, что ты пишешь? Али, блядь, ну ты же Лиза. А, ну, может быть, сегодня я Илья. Или стало, мы же видели. Приз телехи в кефире есть. Если вы живете. Алло, говорит. Так мы видим, что ты пишешь. Что случилось у тебя? Тебе что там Питер в голову дал? Походу хорошо гуляет. Алло, блин. Алло! Кукусики! 2,5 дня в туалет человек ходил после Магадана. Вика, не ори. Я нормальная. Фигура супер, не сильно худая. Сегодня делала джинсы и поняла, что это уже косяк. У нас денег нет лететь. Не, я же влетаю. Плохое качество. Плохое качество? Можно? Нам скоро жить уже негде будет. Вы классные девочки, Лиза. Твой парень позвал тебя в пранки снять? Ты не курить, Лиза? Так я и не курила. Не, ну я сейчас, конечно, говорила, на нервной почве могу покурить одну сигаретку, а до этого я не курила. Сколько ушло с проекта? 6 месяцев? Ну, как бы я вообще не курила. Привет, красотка, привет. В смысле плохое качество? Не говоришь, плохое качество, ну посмотри. А, ты вон с кем. Я думаю, господи, думаю, кому ты это рассказываешь? Ну, не слушай, да. Ипотеку не думайте брать, думаем. Кого ее? Принеси маракую водичку. Кто писал мне, что отстойная маракую водичка? Она нереально крутая. Ребят, ну я отравилась, что делать? Расскажите мне. А как у меня щеки появились? Я такая худая, а щеки появились. Это я пухла, наверное. Принеси маракую водичку. Есть, капитан, несу вам водичку маракую. Мне пишут, что у меня кубики. Я сейчас включу свет. Да. Так, нет кубиков? Ой. Привет! Ну, как ты там вообще? Много изменилось, я по-прежнему ничей. Ты... Ну, дай. Проблюйся, блин, да, сейчас пойду уже. Уже время. Через сколько там действует отравление, как раз? На столбчак уже забит. Блин, мне пишут, что у меня в квадратах все, поэтому плохое качество, поэтому и людей мало. Они не хотят смотреть, только самые лучшие, самые любимые, самые неповторимые смотрят на мое ебло в квадратах. Она смотрит, что ли? Еще одна. Да, она смотрит. У тебя губы, как у коровы жопа. Я не разглядывала коровы жопу никогда, но если вы занимались этим, то вам, наверное, виднее. Просто я никогда не заглядывала. Колхоз же пишет. Да. Стопудово пастух какой-то пишет. Вот вы меня любите. На что вы ради меня готовы? Отдать свои купальники. Как справиться с осенней хандрой? Я бы вам сказала, но сама не знаю.
По-братски, скажите мне. Вот вы говорите, я вас люблю, ну что вы ради меня готовы? Очень-очень плохо видно. Ёптушки. Включи свет, чтобы было хорошо видно. Есть, капитан, включить свет. Разрешите выполнять. Выпить вискарь, пишут. О, да ну. О, какая красивая зато. У тебя губы как у коровы. А, да, я видела. В какой-то группе что написали про меня? Что-то Мэри плохо повлияло на дружбу мою. Да, что-то вообще, я вообще-то при чем и Мэри. Я готова вообще приехать сейчас к тебе. А что мы будем делать? Ты готова? Я все могу сделать брови, приезжайте. Опять они пишут, что у меня качество плохое. Я не верю. Вик, зайди, посмотри. Мне кажется, они меня обманывают. Разрешите выполнять эти ваши... Я хотела раздеться в прямом эфире, а никакое качество плохое. Шутка. Я теперь буду ходить всегда вот так, потому что я вот такая женщина правильная. Привет, привет. О, норм. Норм качество стало норм, потому что свет включили. Сейчас, нет, сейчас ты идем. Говоришь, что шляпок нет? Это мои стрибанные шлепочки. Классные шлепки. Ненормально все видно. Вот, смотрите, сразу люди прибавились. Всем все видно. Так что мы сегодня будем разговаривать на самые-самые откровенные темы. Ладно, шутка была, конечно же. Плохое качество. Сейчас личное качество. О, Шмара, ты тут? Это ты мне? Или ты тут? Я не поняла просто. А ты тут? Что значит слово Шмара? Давайте каждый объяснит по-своему, а я почитаю. Я хочу знать, что значит слово Шмара. Я просто не знаю. Шмара. Куда ты собралась с купальниками? Ну, в ближайшее время я собираюсь улетать на отдых. Мне нужно загореть, отдохнуть, привести мысли в порядок. Да, ресницы у меня крутые. Напишите Свете, пожалуйста. Кстати, мне надо сделать. И Света, может быть, полетит даже со мной. Не раздеваюсь, так в других эфирах тебя обсуждают. Ну, я не раздеваюсь, в принципе, вообще, поэтому... вообще сказала вам, я буду ходить теперь только в такой одежде. Все. Они тупые, не обращай внимания. Я не обращаю внимания. Ну, можете мне рассказать, кто такая Шмара? Вот я не знаю, лично мне 30 лет скоро, и я не знаю, кто такая Шмара. Нет, я не пью, поэтому я не пила ни на выходные, я вообще не бухаю. Вот. Что значит Шмара? Гугла. Кто-нибудь выйдите, посмотрите. Почему фотку ты удалила? Нет, конечно, одна никуда не полечу. А почему фотку ты удалила? Потому что не понравилось. Ну, вот так вот. Потому что так понятно. Почему? Ну, вот так. Да. Почему ты не пьешь? Потому что пить плохо. Какой у тебя парфюм? Это надо стоять показывать. О, Господи. Ну, как бы, знаете, я в прямой эфире не выхожу уже 2 дня, по мне скучали. Вот, поэтому вы немного как-то, видимо, зашли на огонек к нам сегодня именно. Вы заходите... А, вы просто следите за моим прямым эфиром, я просто 2 дня я не выходила. Или вы были заняты, не знаете, что я не выходила. Ашмаруха, любящая женщина. Смотрите, легкого... любая женщина, женщина любого, возможно, связана с Шмарой, проститутка, сожительница, вора, гашиш или сказать Шмара. Чего? Как это? Сожительница? Шмара — это женщина легкого поведения. Ничего себе. Ничего себе. Блин, я даже не знала. А что значит женщина легкого поведения? Теперь давайте разберем этот вопрос. Женщина легкого поведения. Что это значит? Блин, бабы, вы такие злые, вы такие дуры. Ну, как бы... Храните свой цветочек для своего единственного, который, может быть, окажется потом не вашим единственным, к сожалению, жизнь окажется болью. Ну ладно, ничего.
ну, то, что ты шмару ты себя узнала, может быть, я даже не знала такого слова, извините. Какой объем? Изгиб не знаю. Напишите, пожалуйста, Свете, я не знаю. Да, я веду себя как пизда, мои подруги-шлюхи. Да, конечно. Вот прям вот сразу начала ходить по клубам, прям не вылазя. Конечно, я вообще ни о ком не думаю в этой жизни. Я же шмара. После проекта, девочки, я выглядела до проекта еще лучше. Наверное, потому что младше была. И вообще я выглядела всегда хорошо. Поэтому не знаю, почему на проекте могу сказать, плохо выглядит. Потому что, например, на островах меня 4 месяца не могли волосы покрасить, не делать маникюр, не делать ресницы. Ничего нет. Поэтому выглядит не очень. Толстеешь. Не высыпание, конечно же, это самое главное. Ну, так далее, так далее, так далее. А когда вы спите с мужиками не под камерами, вы кто? Вы когда говорите, просто люди приходят на проект, они не видят камеры, они там живут своей жизнью. А есть в реальной жизни ваши подружки, которые, можно я грубо скажу, ебутся со всеми подряд. Вот. Но не на проекте, но при этом строят из себя целых фанатичек. А есть, которые не строят, слава богу, есть такие, которые не строят из себя хотя бы целых фанатичек. Потому что большинство женщин в Москве, особенно, которые имеют что-то, но они имеют себе... не обременяют себя браком, не имеют мужчин. Они спят каждый день с кем хотят, и им вообще насрать на чьё-то мнение. Но эти женщины добились, они успешные и так далее, и так далее, и так далее. Я такие знаю, у меня есть даже такие подружки. Вот. И им насрать. И только вы им не скажете никогда в жизни ничего, потому что у людей свои бизнесы, у женщин. Тачки, машины, квартиры. Ну, как бы, вот, им насрать будет. Они живут как мужики. Многие, кстати, да. Да, вот. Ой. Это фотка тысяча комментариев, какая у тебя фигура, и что ты фоток дали? Не могу следить за тобой, у тебя условно. На что эти эфиры все эти люди, у тебя есть друзья. Зачем тебе эти эфиры? Мои друзья, ну знаете, я со многими людьми общаюсь здесь, в соцсетях. Причем тут есть друзья. Друзья — это ваша семья, ваш любимый человек. Все остальное — это тоже такие же знакомые, с кем вы общаетесь. Поддерживаете отношения. Давай я тебе, давай. Такой не станет, а какой? А что, буду зарабатывать и менять мужиков? Нет, у меня немножко... Есть женщины, которые зависимы от половых отношений и вообще любят это дело, прям безумно больны на это. И они не... Я думаю, они ищут чувств. В принципе, они как мужики пользуются просто... Ну, у меня просто есть подруга, которая прям пользуется мужиками. Вот. Ну, как выкидывает их. Даже могу сказать, может, как, типа, из серии снять к себе малолеточку, поймите и так далее. Есть такие бабы, но это как-то... Не знаю даже. Как бы, как это сказать? Страничку у меня сколько стоит? Ну, я свой ценник здесь вам не скажу. И зачем вам, в принципе, пиарить свою страницу? Вы где-то... Да... На что не обращать внимания. Ну, я говорю, как есть. Какие есть, есть разные женщины. Есть женщины, которые зависимы от отношений. Женщина, мать, женщина, которая в семье и так далее, и так далее. Есть женщины, которым вообще не важно. В принципе, вообще мужчина может не подходить ей, но она любит его, и все. Есть бабы, которые помешаны именно на этом. Да, так... ВКонтакте есть. Честно, в основном ВКонтакте музыку слушаю. Послушал один день музыку и подумал, да нет, что-то старье, это Галима не хочу слушать. Привет из Одессы. А почему ты делала это там, а воняет здесь? Сейчас подумают не то, что ты там делала. Мы про шмар разговариваем, про шмар, про женщин легкого поведения. Я тусила на этих выходных с подружками-шлюхами. Вот ты пришла, шлюха, и женщина легкого поведения. Расскажи мне. Имею право быть шлюхой, хочу и буду быть шлюхой. Все, я сказала. Нет, все. Мы же...
люди, которые оскорбляют других, и они не самоутверждаются за счет других, потому что одно дело самоутверждаться за счет других, это для меня в школе всегда так было, это когда люди утверждаются за счет людей, которые не могут ответить в ответ. Как это называлось у нас в школе лохами, но я не считала никогда, я всегда защищала таких, потому что это просто люди, которые ну не могут ответить за себя, не знаю, может, какие-то проблемы там в детстве, там дома, не знаю, в семье. Вот. Ну, как их называли. Вот такие люди, да, они самоутверждаются. Они именно, знаете, из серии как... Можно приведу пример? Как бы будет неправильно, да? Ну, да, ладно, не буду. Не буду. Хотела пример привести с ребятами, которые все знают. Ну, это, короче, если я пойду сейчас к какой-нибудь девочке очкастенькой, 18-летней, подойду, которая, знаете, будет... одета не очень и так далее, скажу ей просто гадости. Вот это называется самоутверждаться за счет других. Типа, что вот я такая, а ты вот не такая. Это ужасно. Я, наоборот, считаю, что людям всегда нужно помогать и давать хорошие советы. Вот. Даже если вы, как вы там, как вы как говорите? Подружка Шева. Я не поняла, что Шева моя подружка стала вдруг лучше. Я Шеву знаю с проекта, и многие знают с проекта. И Марго знает с проекта. Это не значит, что мы подружки. Мы не созваниваемся с Шевой, как дела. Каждый день и не общаемся. Я знаю, что я хорошо общаюсь с проекта. Очень близко общаюсь с Мэри, вот с Викой. Поэтому не знаю. Как со шлюхами потусила. Не знаю, главная шлюха это Борисевич, как бы, вот. Ну, я не знаю даже. А есть... О, мне пишут привет. Привет, ребят, привет. Вик, тебе пишут, ты уже попукала там? Попукала. Смотри, вопрос дня. Лиза, сколько уёв насосала? Слушай, милая моя, я думаю, что сейчас именно в твоём... А, нет, наверное, ей даже не дают никто, да? Скорее всего. Это её мечта. Ой, господи. Боже мой. Кого вот на самом деле... 12:40 беспокоит то, сколько насосала Лиза. Я в шоке. Знакомый молодой спросил денег, все покупаемый. У него машина. Теперь на машины нет денег, полиция не дает. Что делать? О боже мой, даже не знаю. Нет, не смотрела, расскажите. Лиза, не отвечаешь мне про вопрос. Какой? Блин, я не успела видеть. Такие гадости пишут люди. Ужас. Честно сказать, я знаю, что многие женщины сейчас для меня очень странно. Они ведут себя очень неуверенно и ну не очень как бы. Глупо. Как будто я общаюсь иногда с 17-летними девочками. И вот сейчас мне тут написала одна фамилия, имя свое, как бы пишет дальше Лешиным друзьям, так далее, вот. И как бы все поржали. Ко мне больше не пиши, пожалуйста. Так, я в своем эфире отвечу, пожалуй, на вопросы. Я никуда не пропадала. В своих соцсетях я на виду. Я на месте. Почему вы не спите? Так, ночью не спите. Так-то. А, Лиза, что важнее, любовь или секс в отношении? Наверное, все вместе, но все-таки, если есть любовь, наверное, есть хороший секс. Пьешь алкоголь? Нет, я не пью алкоголь. Конечно, я буду болеть за Хабиба. Поздно уже. Я знаю, что поздно уже. Я даже очень рада, что как бы нормально. С кем ты сейчас? Я с Викулей. Вообще идут яркие тебе цвета. Ну, яркой девочке всегда идут яркие. Господи, милая моя. Вот ты как ты, боже мой. Нет, я не курю. Что тебе прислали? Жесть. О, боже мой, какой ужас. Это твой очередной. Ладно, шутка, ужас. Это кто тебе прислал? Это мне в запросы прислали. Я такие, когда мне присылают, это прям ужас. Я тебе могу так сказать. Лёхе тоже такие присылают. Смотри, мне написала Чушка. Написала... Чушка. Ёбаный, смотри. Пиздец, я в ресторане, блядь, так, сука, просила. Эту ебланшу. Кого заблокировать? Где она? Я не понимаю.
Ленинская, Левченко. Это кто, блядь? Ой, что мне об этом пишете вы? Так, нет. Малахова, друзья, была. Нет, не видела, жесть. Мне вас жаль. Мне тоже что-то жаль людей. Так, ребят, у меня есть неделя сделать свои дела. Чушка на болгарском мужской орган, поняла? Да. Валите спать, обиженной жизнью. Да, посмотрите, обиженной жизнью, почему вы не спите? Почему мне мой парень не отвечает? Зачем материшься? Зачем материшься? Это было нечаянно. Почему твой парень тебе не отвечает? Не знаю. Наверное, он может отдыхать пошел. Ему еще рано спать. Рано. Зачем вы пишете мне про Шеву? Напишите Шеве. Шева и ее личная жизнь вас не должна касаться. Лизонька, у тебя? Не хочешь про волос говорить? Да, хочу, конечно, давайте. Про баб противных. Я не про вас, а про тех баб противных. Да баб противных сейчас много, знаете? В себе неуверенных, противных женщин, которые бегают за мужчинами, унижаются. Ну, ребят, как бы давайте без этого. Отдыхает Лёша. Так, классно, я знаю. Куда отдыхать поедешь? Ну, планирую в Таиланд. Волос чем наращивать? Сейчас мы наращивали на капсулы мне. Длинные-длинные. Чтобы не было видно перехода, я познакомилась с Аленой на шоу. Вот, и мы решили нарастить. Как часто коррекция? Девочки сказали 3-4. Так, Борисевич, ни с кем она не мирилась. А кто бы тебя любит? Спасибо, я вас тоже. Будешь покупать iPhone XS? Блин, ну конечно, я такая тупая, куплю его. Покупай мне iPhone XS. Лёша подарит. Лёша подарит мне. А мне мой парень новый. А Вики ее парень новый. Вот так вот. О боже мой, посмотрите на нее. Ты вообще за мной следишь, всю мою жизнь знаешь. А что еще скажешь? Да ничего вам не расскажу пока. Корни свои или красить? Вообще, в тот раз пытались покрасить, но что-то не получилось. Ну, как бы, чтобы волосы не отвалились, поэтому и так. Ну, нет, они сказали, что помогут мне с дочкой, только если я сдаю соглашение. Я сказала, что там соглашение только в том случае, если с моим адвокатом мне что-то не получится. Вот, у нас скоро суд, и только тогда. Слушайте, Лёше, не надо ничего пить. Сколько денег тратишь на волосы? Ой, я уже даже не знаю. С татой не общаем? Да, со мной рядом лежит мужик. Что ужинали? Конечно же, устрицы и креветоски. Но креветки я уже больше не хочу. А что мы ужинали еще? Я устрицы не ела. А, ну, она устрицы не ела, она попробовала, сказала, блевотина. Ее зубы, это ее изюминка, вообще не парит, да. Работаешь. Какие красотки. Нам тут делают комплименты, мужчины зашли к нам. Хотя, может быть, так гадости там тоже пишут мужчины. Смотри, сразу пришла, мужчины пишут. Ну, ответь про волосы. Ну, слушай, девочки. Мне мой мужчина не отвечает, пускай хоть другой напишет. Другой напиши ей. Борисевич у нее, это она записана в Инстаграм. Вика такая заюшка. Да, Вика заюшка, я бы сказала. Волосы дорого. Да я не люблю говорить. Просто мне кажется, это неправильно немножко говорить о деньгах. Мне кажется, меня вообще сейчас скинули на 100 тысяч, поэтому давно все... За галку? Я что говорила? Все они хотят, чтобы... О, боже мой, это все прососало, говорю. Я такси вызвала. Ты чего думаешь? Куда, нет? Отменить, куда ты едешь? Сто пудов, надо пообщаться, да, 100%. Это Стас Маугли делает вам комплименты. Стас, подожди, Стас, я, блин, что-то я не знаю. Видите, как она разговаривает. Нет, у меня у подружки был просто бывший муж, тоже Стас. И тоже был накачанный. Просто не знаю, это он или не он. Бывший муж или муж, я не знаю, вот там.
ты больше Зайушка, чем Вика. Ну, я не считаю, что просто на вкус и цвет товарищей нет. Смотрите, какая чернебили и шоколадка. Спасибо, мы вернемся. Обязательно. Такая смолка. Мы вернемся только парой. Ну, мы вернемся парой. Пара, я и Лиза придем. Да, да нет, ну это шутка, конечно. Лиза, если бы нас потом вот на субботном голосовании посадили... Подписался кто-то там на тебя. Сейчас проверим. Сосяра? Что вот? Парень, ты меня так сильно ранил. Да, ребят, все хорошо. Ой. Заблокируюсь, это сосало. А где сосало? Выйди, мы тебя заблокируем. Или ты спряталась? Хотела получить. Я не подписана на Бузову, ребят. Не знаю даже, что это. У всех сегодня посмотрела сторис. Честно, я поняла, что вот я подписалась на многих. Но я не смотрю. Никого, мне кажется. Не, сторисы бывает просматриваю. Да, как-то сторис сидишь и... Веришь в экстрасенсов? Вот, сосяра вылезла, да? Это она? Убираем ее. Ну, сосяра, с другой странички выйди по-братски. Мы тебя немножко это скроем. Пусечка ты нашечка, сосярочка. Ну все, она ушла. Просто, это ж надо такое слово придумать, сосяра. Почему тебе нравится цвет волос? Мне кажется, тебе очень хорошо с ним богатый, насыщенный русый цвет. Ладно, нет, я не хочу так петь песню. Да, она, сосяра ушла. Да, в доме два говорят жесть. Ты сегодня сказала, что это жесть. Что там, ждем суда. Мне нравится, когда мне Сахар пишет 116, что я заебатая прям. Вот мне прям вот ее слово понравилось. Нет, со мной реально пообщаться. Мы были, например, на тусовке, познакомилась с девочками, с такими миленькими. Одной вообще было 17 лет. Я не могу ее найти теперь в Инстаграме. Такую голюсенькую, бля. И у нее уже были мысли что-то сделать с своим лицом. У нее такое красивое, необычное лицо. Я говорю, какое тебе 17 лет? Что делать с твоим лицом? Не надо сидел... исправить свое лицо. В ней ничего красивого не было. Я не знаю, где вы разглядели в ней модель. Ну, она реально стрёмная. Фу, Вика, какая ты ужасная. Я тебе 17 лет. Она просто не видела просто фотомодели. Она нормальная, красивая девочка. Все должны быть вообще... люди разные. Нет, она не... Я имею в виду, для модели она стрёмная. Ты она... видела модели? Ну, вот посмотри, Бадяна, убей, как она не накрашенная. Да, у себя вбей. Ну, а что мне у себя вбивать? Она все равно красивая женщина. Наоборот, на моделях рисует. Зачем девочке 17-летней что-то себе переделать? Ужас. Она может себе сделать что-то, если ее так не устраивает. Это правильно, что инъекционно... не нужно 17-летним что-то себе переделывать, Лиза. Я согласна. Слушай, и она инъекционно может сделать чуть-чуть нос. Смотри, слушай, ты не знаешь, выглядит в модели. Ты видишь, что я конченая. Все. Поссорились. Все, я уезжаю. К парню поехала. Он уже приехал с тобой, надеюсь. А, этот Стас Маугли был на доме 2. Он спрашивает, он тебе подходит? Стас, ну, ты должен обладать обязательно шикарной внешностью. Можно мне в каком-нибудь парне не с дома 2 в этой жизни? Хочу. Модели страшила, тебе пишут. Ну да, и она просто, наверное, фотомодели перепутала немножко. Есть фотомодели, вообще есть разные модели, есть прям, ну, не очень. Есть силиконовые модели, есть такие модели. Есть жопастые, есть сисястые, есть худые-худые. Я была, походу, я не выбросила. А он предлагает тебе посмотреть сейчас, его страницу. Ну, ты написал ей, и она посмотрит. Наверное. Что? Я, может, это он тебе прислал ту фотку. Да нет, ну я не думаю, ну ты чё? Сколько сантиметров волосы? Думаю, 70. Я красив, но очень стар. Ну, уже не подходишь. Фу, мы сегодня такое видели с Викой. Ты помнишь это? Угу. Мы сегодня сидели в Магадане. А как Маугли подписанный на него подзирил? Подзирит он на тебя. Стас Маугли официал. Официальная страница его. Так я не это. Он не подписан на меня.
Да, кстати, ну я не даю даже интервью сейчас. Оказывается, торги. Ты знал, что это журнал Малахова? Они мне уже писали 3 раза. До этого я давала им интервью, а сейчас не давала интервью, мне было настроение. И это, оказывается, это журнал Малахова, я не знала. Не, Стас Маугли мне не подходит. Что там, покажи. Стас, вы очень интересны, конечно, внешности, но вы сильно накачанные. Она не любит таких. Я жирных люблю. Она любит... Жирных любит. Что Магадане? А, так мы рассказывали, что Магадане. Сидели две девочки, я не знаю, как я почувствовала. Я говорю, ну такие вот. Такие. К ней подошел, когда 70-летний дедушка ее обнимал и знакомился с ней, наверное, давал номер. Но я думаю, что ему по 22, по 23 года. Это было очень печально. Печально, девчонки. Да ладно, не оскорбляйте парня. В смысле, на вкус у тебя товарища нет. Ребят, кому-то нравятся такие парни. Че вы тоже? Да, в Доме 2 все по сценарию, поэтому любовь до гроба тоже по сценарию. Что за девушка рядом? Я не знаю, она пришла ко мне, говорит, можно пожить у вас? Я говорю, ой, да. Можно полежать у вас. Можно полежать у вас? Я говорю, да, слушай, я не против, как бы ты полежи у меня, потому что вот полежи. Я такой же, как твой по габаритам. Да нет, не думаю. Мне кажется, мой выше, наверное. Мой 190. Вон, девчонки пишут, что тоже толстеньких любят. Я не люблю толстеньких. Был я бухой. Йо-йо-йо. Вика, ты со Златой встретишься? А Злата, кстати, сказала, что она, если приедет, напишет, так и не написала. Ну, наверное, я буду с парнем в это время, когда она приедет. Да, как бы у Вики появился молодой человек, поэтому извините. Да ладно. Да нет, там все такие семейные пары. Мы всегда, не знаю, собираемся все с семьями. Где? Почему у тебя нет животных? Потому что я живу ту-ту-там, ту-дам, ту-дам. Лиза, ты шедевр. Мама Мия, Санта Лучи. Я желаю этих слов все 30 лет. Спасибо вам. А вот-вот, все, да. А, Вика, тут все парни тебя интересуются, как ты подписана. Я не знаю, может, это не парни? Они, может, тоже хотят тебя подосрать там. Кто-то будет следить за тобой. Викторика Борисевич. Викторика Борисевич. Ты Злату знаешь? Нет, не знаю. Кто это, я не знаю. На проекте была девочка, которая читает рэп и поет. Ты самая лучшая. Мне очень приятно, что в час ночи я слышу такие слова, что я самая лучшая. И мне очень приятно, что кое-кто говорит моим друзьям то же самое, пока обижается на меня, мне так не говорит. Ладно, отправила видео, посмотри, как тебе рыбка. Как прошел твой осенний день? Сегодня мой осенний день прошел прекрасно. 3 часа я потратила на разговоры, на любовные разговоры. Потом я поехала по делам, и дела мои свалились. Потом я забыла сумку, в которой был конверт с деньгами, моя карта, мои ключи от квартиры, наушники. И начала плакать и думать, что все, жизнь, говно. Вот, но потом все это нашлось. Леша спит, он устал, он болеет. Бориска со мной, Бориска со мной. Чем занимаешься завтра? Блин, я не знаю, Бузова нашлась жениха, я не смотрю замуж за Бузову. Ну, день такой был. Да нет, у меня хорошо начался день. Я встала только к 4, потому что полутра я болтала. Вот. Ну, вообще, так-то все неплохо. Да, спасибо. Ага, не знаю. Да, я тоже не ожидала, наверное. Потому что я не смотрю, кто на Человек года участвует. Красотуля, вау, блин, как она мне нравится. Кто, Вика? День-дребедень, да. Вот это я люблю их. В Суздале не была. Блюдо придумаешь для Лёши сама или по рецептам готовишь? В смысле придумаешь сама. О, его любимый печёночный пирог. У меня вообще, я у сестры его попробовала давно и просто решила приготовить на проекте. У нас было много печёнки.
Безумно всем понравилось. Потом понравилась Лёша. И поэтому, конечно же, в Минск мне придется ехать с печёночным пирогом. Обязательно. Да, все, и сумку, и деньги. Мне очень повезло, что таксист далеко не отъехал. Я уже ехала на другом такси, но у меня просто началась истерика. И думаю, ну все, пипец. Там была, конечно, не супер большая сумма, но и не маленькая. Ну и карта, на которой все деньги. Ой, реснички отвалились. Господи. Все сразу. Если спрашиваешь про друзьяк, я не знаю, она прям звезда стала эфиров. Какие-то наши друзья. Мне кажется, друзьяк немножко помешалась, наверное, на пиаре, ей это очень надо. Ну или, говорят, пусть говорят, ей хорошо платят. Сколько мне говорили, 700 тысяч ей заплатили? 700 косарей. Нина, за 700 косарей можно было придуриться, что ты психбольная? 400. 400? Ну, за 400 тысяч вы бы притворились, что вы больная? Милая моя, вы если бегаете за мужчинами, я в своей жизни себе этого не позволяла, слава богу. Я могу понять, когда я не права, вот, ну и нормально общаться, просто извиниться за то, что я не права. А бегать за мужчинами для меня это низко, поэтому когда мне пишут бегать за кем-то, ну, это для меня фу. Надо себя любить в первую очередь, конечно же. Но если вы любите человека, вы обидели, то, конечно, вы должны идти первой на примирение. Обязательно, однозначно. Вы тут ничего не знаете? Бздите. У Малахова было кровотечение. Как вы думаете, это у нее там был готов? Ой. Женщина-кошка себя фоткает. Посмотрите на это. А, что ты? Привет, куколка. Слушай, что-то, знаешь, такой слив начался, но я-то точно полечу. Вот. Просто смотри, я, может быть, еще там кое-какие дела у меня будут эти дни. Может, в понедельник полетим или в воскресенье. Типа у него выкидыш, кровь течет. Он такой, нож, что я теряю. Ребят, ну дело явно было не в фотке. Ну что же вы такие детюшечки? Ладно, ничего не буду говорить, там по попе получу потом. Там много сценариев. Нет, сценарии есть только у тех, кто неинтересная. Не знаю. Извините, я когда знакомлюсь с людьми, не спрашиваю, ты с своим парнем, что ли, рассталась? Без понятия. Нравится Бородина? Да. И жопа кровь потекла. Ну я бы сказала, наверное, чем она занималась на ночь. Нет, еще я пока не улетаю. Я улечу где-то через недельку. Друзья, лечиться, думаете, надо? Ну, не знаю. Надо ли ей лечиться? Если она зарабатывает на этом бабки, может, и не надо. Сколько фриков у нас было, вы сами знаете. Господи, вот это сам... Самбука фрик или как там? Такая сисястая есть, которая все та-та-та разговаривает так. Потом Гоген. Фрики получают нормально бабок. Бузова нравится? Конечно, нравится. Кому Бузова не нравится? Привет, Сочам. Конечно же, Сочи, привет. Сколько тебе платили на дом 2? Колбасой мне платили. Я... А может, месячные начались? Ну, я тоже так думаю. Может быть, она тампон вытащила перед передачей? Почему Вика рассталась с Давидом? Ну, правильно, без понятия. Лиссабон, привет. Будут эфиры. Подождите, я еще пока не улетела. А то сейчас скажу и не улечу. Ну да, я тоже не понимаю, что ее обсуждать. Я даже ее не знаю. Просто я с ней не знакома. Да, здравствуйте. Каспийск. Каспийск, привет. Привет с Латвии. Привет. Да я подожди, я нет, не по путевке. Я еще не лечу. Билеты собираюсь брать. Четверг. Теперь вот немножко планы меняются. Еще не знаю. Знаете, ну, честно сказать, я виделась, когда с Турчину, он сказал, что она 100% беременна.
Ну, не надо оскорблять Давида тоже, потому что все-таки, ну, я говорю, на вкус и цвет товарища нет, знаете. Посмотрите рядом на свою половинку, для кого-то ваш мужчина тоже может быть упырем и уродом. Вот, а для кого-то нет. Тем более внешность вообще не главное. Главное, конечно, внутренние качества человека. Вот. Ну, мужчина – это мужчина, все-таки олицетворение чего-то мужского, наверное, женщина. А женщина – женского. Ой, я начинаю засыпать, нести херню. Ты такая классная. Спасибо. И тут что-то поздно. Устала, Таня. И столько вообще, у меня сёмышко моё. Спать не хочешь, уже начинаю залипать. Маникюр класс. Резкий, дерзкий, да. Ну да, резкалась, да, дерзкалась. Внешность тоже важна. Ну, я не согласна. Нет, я считаю, человек, когда он красив внутри, конечно, он будет за собой ухаживать, потому что это как бы все вместе должно быть, потому что он все-таки понимает, что, ну, нужно что-то с собой делать. Тебе Давид как человек? Давид нормальный парень. Понимаете? Да. Давид нормальный парень. Вообще все нормальные. Я ни про кого ничего не буду говорить. В директе читаешь, Ксюшка, 17.10, читаю сообщение. Подождите. Просто у меня кто-то выиграл в конкурсе, и тогда второй человек платье. Я его не могу найти, потому что все подарки я уже отправила, а одного человека не могу. Ну, Лёша у меня красивый, но Лёша... Блин, если бы Лёша был просто красивый, поэтому, когда Лёша пришел, я его и не рассматривала никак, потому что для меня внешность вообще мужчина не главный. Когда уже я узнала его душу, его ценности, тогда уже и любовь появилась. Желаю вам только счастья. Спасибо. Вы желаете нам только счастья. Но... Ой, не ссорьтесь. Да, надо иногда включать мозги. Нет. Вот когда мне пишут так женщины, мне немножко не понять. Когда я могу так говорить, что мой мужчина там для меня идеальный. Но со стороны я не смотрю на мужчин и не могу сказать, что там Брэд Питт идеально красивый или кто-то. Ну, я его не знаю, потому что мне кажется, говорить так про мужчин, но это как-то борщ. Кто идеально красивый, как женщина? Слушайте, бывают такие харизматичные люди, подойдет вам карлик, он будет такой харизматичный, что вы забудете среди кого-то еще. Лёша приходил ко мне на проект. Маня, покажу. Вы идеальная пара. Да, я знаю. Парень, ты меня. Джоли идеально красивый. Да, но Джоли идеально красивый, но у неё пластика. Тоже. Ну, в принципе, она мне до этого все равно нравилась. Но у неё сделанный нос. Овал подправлен. Поэтому о чем вы говорите? Также взять Шишкову, например. Она красивая, безумно красивая. Она отличается от других вот этим. Например, для меня просто, ну, как бы, для меня нет в ней вот этого харизма. Для меня это главное, поэтому для меня Реша этого красивее. Потому что она харизматичная, энергичная. Ну, очень она мне нравится именно как человек, поэтому она обретает для меня какую-то более глубокую красоту. А Шишкова, конечно, вот так вот, если как раньше просто брать фотографии, и не было прямых эфиров, так далее, ну, не показывали всякие интервью, то она красивая девушка, красивая, реально необычная. Но тоже себе что-то подправляла, понимаете? Харизма? Мне кажется, любой человек понимает, что такое харизма в твоем понимании. Харизма либо есть, либо ее нет. Это вот отсюда идет, изнутри. Это притягательный, обаятельный. Такой человек прям... харизматичный, вот что ты зашел, и все вокруг расцвело, чтобы с тобой человек никогда не соскучится. Конечно. Я не смотрю «Дом-2», не знаю, кто мне нравится сейчас. Вик, кто тебе нравится в «Доме-2» сейчас? Таня, Витя, Марина, Рома. А, не, ну мне тоже наши ребята. А из новеньких? Из новеньких? Никто? Шарлиз Терон. Да, я с тобой согласна. Это просто.
вот в ней, знаете, обаяние и сексуальность женская. Такая утонченная на грани, не знаю, смотришь на нее, она прям, сука, она такая высокая, ну просто пиздец, она очень. Черно лучшее. Сашку обожаю. Сашку, Йоси люблю. Саймон нравится. Я с Саймоном хорошо общаюсь. Вот. Саймон мне как человек, как приятель, нормальный. А, ну все, кто старенький, Николь. Николь Кидман, не знаю. Бузова внешне. Мне Бузова внешне, честно скажу. Если бы я ее не знала, что она такая милая, тоже харизматичная, обаятельная, она бы мне не понравилась реально, если бы я ее не знала. Просто она вот так вот, я бы увидела ее, подумала, ой, наоборот, не очень, вообще далеко не симпатичная. А? Что ты себе, что так? С парнем будешь перебиться с вами? О, боже ты мой. Вот. Меган Фокс мне вообще не нравится. Да. Но я могу сказать, когда я вот сейчас была на Бузовой выступление, она вышла, аж мурашки по телу были. Насколько человек над собой работает? Она с каждым годом становится все лучше и лучше. Есть, которые, ну да, я красивая, я что, буду ходить. Должен человек всегда усовершенствоваться. Это 100%. Бузова в этом плане просто идеал и показатель многим. Что даже если какой-то там фотки ее показывают, нос был такой, такой, там лицо было такое, там потолстела на какой-то момент. Выглядит она все равно шикарно. Для своего возраста вживую она выглядит вообще шикарно. Молодо, я имею в виду. Либо она влюбилась, либо что, я не знаю. Но выглядит она молодо. Лет на 26-25. Отлично выглядит. Шикарно. Короче, она шикарная. А Дженнифер Энистон, кстати, вот, это то, что внешне она, да, не очень красивая, но она хорошая актриса, поэтому не знаю даже сказать. Но что красавица, ну, мне она не нравится внешне. Да, энергетика хорошая у Бузовой, да. Ура Сосяра, так что? Рената Литвинова. Ну, Рената Литвинова интересная, умная женщина. Ну, это так же то же самое, что говорить. Например, Тина. Ну, кто из наших женщин в России? Вот для меня, ну, у меня, о, крутая реально баба. Женщина. Крутая баба, хотел сказать. Крутая женщина. Ой, Любовь Морковь. Это Тина Канделаки. Тина Канделаки – это и ум, и красота. Самая умная женщина в России. Шикарная женщина. И харизма тоже есть, и обаяние. Сильная прям. Все, это пизда, нахуй. Что? Боже мой, что за эти? Какой ужас, зачем так рано? Что, покажи. В Тулу заберет на выходные. Куда? В Тулу. С собой. Ой, не обоссысь от радости. Бородина крутая. Как тебе Борисевич нравится? Да, вообще ни о чем. Да. А мне нравится. С Бородин, что за милота там? Что там происходит? Посмотрите, человек, который переписывается с парнем. Счастье полный штан. Мне кажется, она обосралась от радости. Вика! Ничего, что тут уж слышали даже. Что? 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 Что ты едешь в свадебное путешествие уже так быстро? Орлова очень сексуальна. Блин, мне жарко стало. Главное, под музыку она ничего не слышит, понимаете? Ариана нравится, обожаю. Но мне больше всего нравится Бейонсе. Лена Хромина. Нравится ее фигура. Шикарная жопа. Ну... Жопа хорошая, ноги красивые. У меня слух хороший. Мила Кунис. Симпатичная. Жара там. Да, жара. Смотрите. Я запала, я втюхалась. Ля-ля-ля. Так. А мне реально больше... Нет, Бейонсе самая крутая. Рязка, ну не, ребят, вы чё? Гози сильная девчонка.
Рудова, я вообще не знаю, мне не нравится Рудова. Мне нравится, она, ну, судя по, я не знаю, я не следила за ее инстаграмом, но где-то кусочки тебе попадают, что она тоже веселая, такая энергичная, харизматичная, такая, что вот свой пацан в компании. Этим, конечно, мне нравятся такие люди, потому что я сама свой пацан в компании, да, она крутая. Я думаю, что поэтому она многим нравится. Но я за ней не слежу. Если бы я не знала, что она такая, свой пацан в компании, то просто ее визуально бы я увидела, обычная девочка, ничего подобного, ничего такого. Но, знаете, это когда я смотрела «Универ», мне не нравилась Хилькевич, когда я увидела Хилькевич живую, Хилькевич нереально красивая. Меган почему не нравится? Не потому, что она не переделанная. Не знаю, не мой типаж вообще абсолютно, вообще не нравится. Присечь, как дочка твоя, да. Посмотрите, какая у меня дочка. Ты куришь? Нет, я не курю. Где сигареты? Где сигареты лежат? Это пластыри лежат, вы что? Для рук. Или для ног. Самая шикарная Домовская, спасибо. Моника Белуччи, ну, это, конечно, бесспорно. Конечно, она красивая. Но не могу сказать, что в детстве мне нравилась именно она. Мне нравилась Софи Лорен. Это для меня идеал красоты был в детстве. Да. Необычно, правда? Но вот она мне очень нравилась. Ну, я с Хилькевич познакомилась года 3-4 назад. Она не была обколота, как у всех девочек. У нее было там, может быть, скулы подколоты и все. Мое СМС, только попробуй, не ответь мне в директ, мы обязательно с тобой пообщаемся, да. Мэрилин Монро, Мэрилин Монро. Ну, конечно, Мэрилин Монро, это не... икона стиля, икона красоты. Женщина-трагедия, женщина-печаль, боль. Не знаю, когда я про нее не думаю, она такая, такая милая, такая приятная. Это, как мне сказали психологи, что Мэрилин Монро как раз-таки была не очень... нездоровая женщина, потому что она на людях была не такая, какая она была в жизни. Она заглушала свое «я» и была не собой. И она не смогла с этим бороться, и поэтому все это привело. Полненькая была Людмила Гурченко. Ну нет, вы что, мне не нравится. Из мужчин? Нет, я вообще не считаю, что мужчины есть идеал. Когда-то мне нравился актер. Сейчас скажу. Не помню, как его зовут. Ну, так в одном фильме. Не знаю, почему. Ну, такой он, не такой известный. Фильм назывался «Ржавая кость», что-то такое. Так, не знаю, вы знаете, вот такое. Виктория Боня мне нравится, да. Любовь Успенская, ну, нет. Мегана мне не нравится. Нет, ну, мой мужчина идеал, это понятное дело. Это как любого человека. Ну, любящего человека, его вторая половинка для тебя будет самой красивой. Соответственно. Но другие нет. Ну, как бы для меня идеал, я имела в виду красоты женской, но для меня, конечно, была моя мама и папа. У меня нет идеалов. Я не создаю себе кумира, не создаю себе идеала. Для меня человек полностью должен быть красивый. Чего мы вообще заговорили про внешность? Я никогда не считаю, что внешность, как я и говорила, поэтому я вам говорю, многих людей я не знаю. Можно познакомиться с девушкой, и она будет не очень симпатичная, казаться вам внешней. Когда она откроет свой рот, она будет самая красивая, например, в зале, где будет 100 человек, 100 девушек, шикарных моделей, супер-пупер фигурами подтянутыми. Но та будет самая лучшая, самая крутая. И именно у нее будет в этой жизни все прекрасно, зашибись. Потому что внешняя оболочка — это всего лишь внешняя оболочка. Пенелопа Круз. Интересно. Борисевич. Как думаешь, Дима мужик или нет? Какой Дима? Саша Артемова, да, симпатичная девушка. Посовет, я не про внешность. Да, она для всех хорошо не будешь делать. Марлин была такая мания, поэтому она... Котики. Ну, котики многие употребляют, но бухло, многие творческие личности, это все знают, как и наши многие поэты, писатели и актеры и так далее. Все это... Классная энергетика. Нет, это сегодня вообще-то про его внешность говорили все в эфире. Человек болеет, и набросились как курицы. И бусинку обидели. Нет. Влюблен в вас, вы лучше. Боже мой, приятно, спасибо. Да, ну, что не спросила? Для любого человека важна внешность, особенно своя, который себя любит. Я же не хожу, извините, лысая, без ресниц, не крашусь.